я уже хотела сказать, но не хочу говорить. Ну, мне там определенное количество, ну, могу сказать, мне исполнилось 80 лет в этом году. Габриэль Трофимовне 70 лет. Представляете, какие мы молодые и хорошенькие. В Мариинском театре, как и в прежние времена, когда на афише было имя Ольги Моисеевой, аншлаг. На сцене родного театра великая балерина 20 века отметила свой юбилей в окружении учениц. Прима-балерин Мариинского театра и мировой балетной сцены. Ольга Моисеева уже 62 года ходит по одному маршруту, никогда ему не изменяя. Первые 27 лет как прима-балерина Киров-балета. Ваганова, я ходил тогда в репетиционный зал, смотрел репетиции. Будучи еще студентом, сказала Шура, она очень картавила, обязательно приходите завтра, будет, например, Байдерка, которая тогда была запрещена, она не шла в театр. И вы увидите самое красивое создание, которое есть на свете, тени, с моей замечательной ученицей. Это была Оля Моисеева, и с тех пор ни одной партии она не сыграла, которую бы я не видел. Я видел абсолютно во всем. А это был весь классический репертуар Дома Петипа и шедевры современной хореографии. Юрий Григорович в его «Легенде о любви» подарил Моисеевой Махмене Бану, а Леонид и Капсон – Эгину в «Спартаке». Что бы ни происходило, какая бы это ни была страна, какой бы ни был перелет, время года и так далее, она всегда очень элегантно одета, элегантно причесана, от нее всегда пахнет очень приятным ароматом. Вот в ней это есть не только природное, но и вот это женское совершенство, которое, я думаю, передается ученицам недаром, такая счастливая педагогическая жизнь. Такой характер Ольги Николаевны, она как бы, может быть, об этом не говорит, но она всегда ждет для себя неожиданности. Руки. Вытягивай руку левую. Еще рука вот эта. Ты видела, что ноги были лучше? Ты делаешь вот так, нога. А надо вот так. Видишь, как она вправлена? Вот отсюда. Вот отсюда. Ну, ты правильно села?
Судя по пленкам, могу сказать, что, наверное, Ольга Николаевна была человеком очень эмоциональным. И была такой очень темпераментной балериной. Есть танцы, где она исполняет змею. Вот особенно видно, как она, как ее тело горит, ну, нутро горит. Ну а чего нам соперничать? Нормальные отношения. Мы когда это танцевали, вот мы с Габриэлой Трофимовной танцевали, например, Жилюку и Кривляку. И мы очень там славные. Как я помню, я всегда танцевала. Вот с детства танцевала, то есть не знаю что. Я так бегала, так раз, шпагат, сяду вперед, в сторону. А папа написал такое заявление. Прошу принять мою дочь, ученица хореографического училища, так как, по мнению многих специалистов, она обладает незаурядными данными. Папа написал. Но пока я поступала, папа умер. 42 года ему было, он умер. И у мамы осталась бабушка и трое детей. Перед войной. Вообще ужас. Мы жили в основном на одном хлебе. Пришла я на экзамен в школу. Такая, ну, бедненькая, страшненькая. И я помню, стоим так, 10 девочек так это. Подходит Леонид Семенович Петров. Как сейчас помню, так берет мою ножку, так поднимает легкая ножка. Говорит, ой, у девочки такая легкая ножка. Говорит, надо, говорит, ее обязательно принять. Низкий вам поклон, вот. Спасибо. Я для них уже так, моих последних учениц, как бабушка, наверное. Да, конечно.